А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал The Johnny Games. Здесь вы сможете найти прохождение различных хорроров и также CSGO. Если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры. Я уже думаю, что многие заскучились по этому сезону, включая меня, потому что действительно уже давно не было серии по нашему сезону летней авантюры. И, в принципе, я бы хотел, если честно, его закончить до конца лета, потому что это все-таки летняя авантюра. Когда начнется осень, она же не будет там, не перейдет с летней в осеннюю авантюру. Поэтому даже если я не смогу, наверное, закончить вот этот мод до конца, то, наверное, я и так потом закончу сам сезон. Но посмотрим, ребята, посмотрим. Что я хочу делать в этой серии? В этой серии мы... Ой-ой-ой, так, сейчас. Ребята, в этой серии мы еще раз заспавним скелетона. Я сходил еще раз в мир. Честно, ребята, я не помню, как называется тот мир. Вот видите, я еще раз ходил, нашел те же два данжа, которые были... Ну, я не помню, как они называются. В том мире, где были большие улитки, вроде динозавры, мамонты, саблезубы, да? Я еще раз ходил, еще раз там прошел прям по шурику, потому что я уже знал, что и как нам проходить. Вот это быстренько забрал, вот это добыл и вернулся вот сюда. Давайте мы запинаем вот эту заразу, а то еще... Нет, я не могу стрелять. Опа, не попал. А может там рейндж какой-то? Да, ребят, оно просто не достает. Я, наверное, все-таки там рейндж даже в той же снайперской винтовке есть, поэтому оно просто-напросто не достает. А мы попытаемся еще раз убить вот этого скелетона. Я уже, как вы видите, построил такое сооружение небольшое, но перед тем, как начинать это делать, ребята, давайте наберем 500 лайков на этой серии летней авантюры, если вы хотите, чтобы новая серия вышла завтра. Я, ребята, вам честное слово говорю, сколько выходит серий, когда выходят серии, зависит только от вас. Если вы хотите видеть новую серию завтра, то есть как можно чаще, ребята, пожалуйста, это зависит только от вас. Если вот сейчас мы наберем 500 лайков на вот этой серии, то следующая серия выйдет завтра, и обещаю то, что она будет длинной, да, больше, чем полчаса. И также я говорю спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, как я уже сказал, оставит свой комментарий, если вы, конечно, хотите со мной пообщаться, и также подпишется на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, поэтому, ребята, не забываем подписываться на мой канал, я буду очень сильно рад, если вот это сделаете. Ну что, приступаем еще раз, я надеюсь, это заспавнится. Так, ладно, уже какие-то... так, это давайте заберем вот сюда, вот так. Вот, замечательно. Эта скотина опять заспавнилась. Так, дайте секундочку. Ай. Я одену наушники. Звук вроде нормально. Ну что, будем ее пинать по старой схеме, да? Так как мы его убивали, только это не совсем работает. Нужно, наверное, как-то по-другому. Например... Я не помню. Вот так, что ли, да? Как я это делал? Так. Ага, замечательно. Тут. Сейчас. Нужно вот такое небольшое сооружение построить, да, чтобы со всех сторон мы могли его убивать. Вот, например, видите? Кто-то мне сказал, что его нужно убить 40 раз. Это четвертый. Пятый. Шестой. Я был бы рад, если бы это так было. Седьмой. Ну там уже, я не знаю, вроде восьмой. Ух ты, сколько вас тут. Смотри, они через стены просто-напросто залазят уже. Во. Ну давайте, допустим, восьмой. Девятый. Допустим, десятый. Фиг его знает, честно, ребята, я не представляю. Мы, наверное, его будем хреначить до тех пор, пока у нас не сломаются все пушки. Потому что, честное слово, я пока что не представляю, сколько там осталось. Но в чем смысл этого скелета? Чем чаще ты его убиваешь, тем больше он спавнит себе подопечных, да? Тем больше его слуг спавнится. И это в какой-то степени немного хреново, потому что если сейчас это все залагает, то эти слуги начнут вылазить через эти стены. Это не очень хорошо, если вот это так и будет. Офигеть. Так, ладно, давайте покушаем. Ху. А, этого у меня нету. Так. Убили. Они уже вылазят, ребята, они уже вылазят. Нужно их хреначить тут через стены, потому что
Потому что они уже сейчас вылезут. Это не хотелось бы, если честно. Зато мы уже подняли 6 уровней вроде. Ребята, пожалуйста, я бы хотел вам верить, потому что, я еще раз повторюсь, кто-то мне сказал, что его нужно убить 40 раз, да? Но я не могу знать точно, потому что вы сами видите, что мы их уже охренеть как долго бьем, убиваем. Так, так. Это прям жопа какая-то. Так, тут... Ага. Офигеть. Нифига себе. Ребят, я уже не знаю, честное слово, я уже не знаю, сколько я раз его убил, но мне кажется, уже офигеть как много. Я, если честно, не вижу тут портить наш автомат, потому что у него использование ограниченное, да, это во-первых. А во-вторых, и мы пули тратим, да, поэтому не хотелось бы, если честно. Я уже не знаю, честное слово, ребята. Я уже не знаю, сколько их там, где они вообще. Но это, если честно, отличная фармилка. Ну, хотя... Хреново то, что... Вот, смотрите, вот этого нам нужно убить. Вот этого, который на меня смотрит. А я не знаю, где он. Мы просто вот так... О, я его там видел. Мы просто-напросто вот так рандомно бьем, потому что... О, скелетон! Смотрите, там что-то появилось. Там что-то появилось. Скелетон-лидер. Мы его уже тогда, наверное, нормально раз убили, раз он появился. Ребята! Сейчас. Так, это я выключу, вот это. Так, это можно как-то передвинуть? Да. Вот давайте, я не знаю, куда бы это передвинуть. Давайте вот сюда. Ребята, скелетон-лидер какой-то появился. Значит, мы уже сейчас вот этих его подчиненных убьем, и новые появляться, по сути, не будут. И новые появляться не будут. Нам самое главное их всех перебить. Что, в принципе, очень бы хотелось. И вылечиться нам бы сейчас нужно бы было. А то сейчас... Офигеть, ребята, мне кажется, мы их еще там столько бить будем, что ты с ума можешь сойти. Так. Сейчас. Вот там он. Вот там что... Ах! Нет! Не нужен нам рестарт сервера! Как в жопу это вовремя? Как вовремя нахрен? Вы в курсе, если сейчас через 10 минут будет рестарт сервера, то вот весь этот труд пойдет нафиг, потому что мы же убиваем, и после рестарта сервера вот эти все мобы, они пропадут просто-напросто. Это не очень круто, это вообще не круто. Уф, так, ладно, сейчас что-то мы придумаем. Я надеюсь. Сейчас мы что-то придумаем, я надеюсь. Сюда я не могу поставить, а если вот так... Ну, в принципе, вот так я их бить могу, но мне просто интересно, сколько там их. А тут еще... Да, тут есть Smart Moving. Вот смотрите, сейчас, дайте я лягу. Вот так. Я надеюсь, мы их сможем перебить за 10 минут всех. Баннеры нам выпадают. Вот. Вот. Все, ребята, все. Какой-то способ, как бы его убить. Ага, вот. А так мы ему уже столько их нанесли, снесли, точнее, что это вообще с ума можно сойти. Его бы как-то вызволить оттуда. Ну, нет, в смысле не вызволить, а... Убили! Так, спускаемся. Спускаемся. Шмоточки. Пушечка. Офигеть. Так... Мы это сделали, ребята, мы это сделали. И я, если честно, даже не думал то, что мы успеем до рестарта сервера, но это знаете, кого мне это напомнило? Это мне почему-то напомнило какого-то Кощея Бессмертного, да-да. То есть, чтобы его убить, нужно убить то, чтобы это убить, нужно убить то, чтобы это убить, нужно убить то. И вот так сколько мы перебили вот этих монстров, это можно просто-напросто с ума сойти. Фу, сколько там серия идет? Серия идет 9 минут. Ребят, вы в курсе то, что мы справились за 9 минут? Это даже очень круто. Это очень-очень-очень круто. Давайте поспим. Фу, круто. И там еще шмоточки какие-то выпали. Все же, да, ребята. А спасибо тем, кто сказал, что чтобы его убить, там его нужно перед тем убить какое-то определенное количество раз. Потому что, смотрите, как это все работало. Так, сейчас, секунду, дайте я включу гейммод. Зачем гейммод? Потому что эти статуи очень криво ставятся. Они очень криво ставятся, их нужно как-то вот так боком ставить. Вот, нет. Не вот этим, вот, да, все, вроде, да,
Так, сейчас можно удалить все. Смотри, сколько нам баннеров выпало. Это круто, потому что 52 уровень. Мы на одного босса все-таки меньше убили гиростатуи. Это... А почему она у меня есть? Так, давайте. А, ну, в принципе, я... Нет. А почему я ее удалил? Верните мне назад. А хотя, в принципе, пофиг, если честно. То есть, ее как-то... Да, в жопу. В жопу. Фу, так, вроде все. Вроде все. Мы баннеры добыли новые... Grand Scress Healing. О, ни хрена себе. Увеличивает вот это... Реген здоровья. Круто, 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 круто. Так. Выключаем. Нормально. Мы себе набили 16 уровней. Офигеть. Ладно, пока что еще рестарта не было. Мне интересно, почему у меня вот вся моя карта пропала куда-то в жопу. Вот тут же у нас джунгли должны быть. Вот. 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 Я не знаю, честное слово. Но все же... Да куда ты меня... Нормально, нормально, ребят. 52 уровень, это даже очень сильно круто. Тут, зачем я сюда пришел? Затем, что тут спавнится вот тот босс, которого мы можем убить. Только чтобы это сделать, чтобы это нафиг сделать, нужно вот этих убивать, мелких застранцев. А вот это, если честно, немного сложно. Да, в принципе, и босс-то спавнится, офигеть, какой большой, и он... И он сразу нам надерет задницу, если честно. Но все же, сейчас мы попробуем. Знаете, а да... Все, я выключил звук, потому что, ребята, там такие звуки странные, когда вот этот монстр спамится, босс точнее. Он, мне кажется, и так нас убьет, да? Да. Поэтому нужна какая-то другая тактика. Нужна какая-то другая тактика. Фу, сейчас. Что-то подумаем. Что-то подумаем. Нужно что-то придумать, потому что вот так у нас дело не пойдет. Как я его убивал в предыдущий раз? В предыдущий раз я его вроде вот так убивал, да? То есть высоко-высоко-высоко забраться и вот так его убивать, да? Вот сейчас он вроде нас... Охренеть, так еще и рестарт сервера конченый. Я не знаю, смогу ли... Ребята, как вы думаете, смогу ли я его убить за 5 минут? Ну, вот такими темпами, да. Такими темпами... Охренеть. А ну сейчас. 20. Нет, нету смысла, потому что эта пушка практически так же стреляет, только, ну, чуть-чуть медленнее. А вот это охрененная тактика. Это офигенная тактика. Только он вот этих зараз мелких спамит, а их еще... Офигеть, ребята, это прям... Мы уже какие-то монстры по убивке этих боссов. Смотрите, знаете что? Знаете, в чем прикол, ребята? Если вы не... Так, дайте я включу звук обратно. Если вы не в курсе... Сейчас, дайте я прыгну отсюда. Если вы не в курсе, то нам нужно... Вот сейчас следующий шаг, это у нас пойти в... Да вашу мать. Сейчас, дайте я их перебью, потому что они, видите, взрываются. Что там у нас выпало? Вот что у нас выпало. Куча всего выпало. Это статуя нам, в принципе. Опа. Взорвал! Он... Зараза, взорвал наш посох. Мать твою, я еще и думала, может ли он посох взорвать, или я его поднял. Нет, ребята, я его не поднял, он его взорвал. Паскуда ты конченая. Он его взорвал. Мать твою, ты. Ладно. Фух, Сия баннер, вот это. Всякие шмоточки. Нормально, 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 нормально. Так, замечательно. Мы возвращаемся домой. Ребята, нам нужно вернуться домой. А, у нас же есть хоум. А, мы сюда вернемся. Мы сюда вернемся. Знаете, сейчас я объясню. Дайте я сначала выложу вот эти все шмоточки. И потом я объясню, зачем нам убивать вот этих караусов. Ох, этот рестарт сервера сейчас будет долго. А, так, баннеры вот тоже сюда. Это тоже сюда. Пули. Нам нужно охренеть, сколько пуль. Потому что вот сейчас следующие серии, вот следующие серии мы будем убивать вот эту заразу. Нам нужно его будет убивать охренеть как много раз. Я сейчас объясню, зачем. Но сначала дайте вот эти все... Я только сейчас заметил, что нам выпал меч.
на 31, мать его, урона и на 2000 использований. Ладно, так, сейчас. Это все нужно пока что тут оставить. Вот так, замечательно. Что нам нужно? Нам нужно охренеть, как много лимонайта. Я сейчас буду объяснять, зачем. Но перед тем, давайте мы зачарим вот этот меч. На 30 урона. Хотя, знаете что, не буду я сейчас чарить, я зачарю вне серии, да? Только потому что... знаете что? А ну, секунду, это можно чарить? Нет, а прикиньте, если бы пушки можно было чарить. Так, ладно, секунду, ребята, дайте мне секунду сообразить, что нам нужно. Нам нужно охренеть, как много пуль. Охренеть, как много пуль нам нужно. Так, блоки. Где у нас блоки? Вот, блоки у нас тут. Это мы все выкладываем. Где у нас хлам? Хлам у нас тут. Мы выкладываем перья, но перья нам потом еще пригодятся для стрел. Перья нам потом еще пригодятся для стрел. Кеннонбал. Кеннонбол. Это я пока что не... А ну давайте, сейчас. Это чем вообще стреляет? Ага, это вот этим стреляет. А на сколько оно стреляет? 12 range speed, very fast. 18 range speed. Хрен его знает, честно. Это чем стреляет? Вот этим, да, наверное? Ладно. Сейчас, ребята, быстренько... Хотя бы вот сейчас рестарт сервера будет. Давайте дождемся, когда рестарт сервера пройдет. Так, вот, ребята, сервер перегрузился. И давайте я быстренько объясню, какие у нас планы все-таки. Вот смотрите. Следующий пункт, то есть все, что дальше будет происходить в этом моде, будет происходить через сам ад. В аду есть куча данжей, куча крепостей, куча боссов. С них выпадают офигенные вещи и в той же степени тоже куча. Поэтому сейчас нам нужно туда идти. Но там есть небольшое ограничение. Там, чтобы прям всех тащить, всех убивать и просто-напросто даже не париться по тому поводу, что нас могут убить, нужно 65 уровень. Потому что там есть мобы, которые 65 уровень. А кто не знает, кто только присоединился к нашему сезону, если моб хотя бы на один уровень старше, чем ты его не можешь бить, да? То есть он, ты ему не можешь нанести вообще никакой урон. А у нас сейчас 53 уровень. Вот, нет, вот в том углу, вот в том углу, где у нас вот эти все, вот сейчас я включаю-выключаю, видите? Там есть вот такие два меча, зеленый и красный. Вот видите, найдите. Там у нас пишет 53 уровень, а нам нужно 65, чтобы пойти в ад. Если вот так, как сейчас, мы убили вот эту паскуду Каралуса за... Первый раз мы его убивали минут 20, потому что я не знал тактику против него. Сейчас я знаю против него тактику. Его просто нужно заспавнить, вылезти, да, на, я не знаю, построить и закарабкаться на вот этот большой столб. И с него фигачить его, я не знаю, там, луками, снайперками, стрелами, да. И с него, во-первых, выпадают нормальные шмоточки. Во-вторых, вот, смотрите, нам выпал шлем, который позволяет дышать под водой. Это нормально. Поэтому, смотрите, с него вроде падает по одному уровню. Нам тогда нужно убить еще 12 таких же штук. Поэтому, я не знаю, сможем ли мы еще раз туда тпхнуться. Дайте я выключу звук, потому что там звук такой противный. Нам нужно убить еще, наверное, 12 штук такого же босса, да? Чтобы он заспавнился. То есть сейчас почему-то... А, нет, вот спавнится, не успел сказать, как... Дайте мне вылезти нафиг. Да дайте мне... Офиг... Смотрите, ребят, что это за хрень? Да твою... Ладно. Нам нужно убить еще вроде таких 12 боссов, да? Поэтому это будет не так уж и просто. Хотя нет, боссов, если вот такой же тактикой, как мы сейчас его убили, если вот так его убить, то, в принципе, это даже очень и быстро будет. Но все же, единственная фигня, то... хотя нет, это даже плюс, я хотел сказать минус этого босса, то, что он спавнится только тогда, когда, ну, когда сам захочет заспавниться, да, то есть нужно убивать вот этих мелких монстров до тех пор, пока сам босс не появится, да, потому что он увидит, ах ты паскуда, ты моих там, я не знаю, детей убиваешь, сейчас я сам вылезу и надеру тебе жопу, можно и так сказать, да?
Но это в какой-то степени даже плюс. Потому что как спавнятся другие боссы? Другие боссы спавнятся, когда ты их спавнишь с помощью каких-то вещей, да? Когда ты там собираешь какие-то вещи, какие-то предметы, тотемы, ты это все собираешь, долго собираешь, и потом их спавнишь. А вот этот в какой-то степени даже круче, потому что этот может заспавниться в любой момент. Все, что тебе нужно, это просто проявить некоторую небольшое терпение. Так, дайте я все-таки сейчас включу, пока его нету. А нужно проявить какое-то небольшое терпение, да, пока он сам не вылезет. Как только он вылезет, мы можем его фигачить. И плюс к тому, смотрите, сейчас еще один плюс, дайте я вот этого допинаю. Еще один плюс, то что, когда мы вот этих... Нет, не падай туда, это там забаганное какое-то место. Когда мы убиваем вот этих мелких тварей, да, его слуг, да, можно так сказать, чтобы он заспанился. С них тоже опыт идет, хоть я и не скажу, что прям офигеть, ну, сколько много, да, но все же опыт с них тоже потихоньку капает. Поэтому пока мы будем их валить, да, пока мы будем их валить и спамить самого босса, то мы даже на них немного прокачаемся. Поэтому, ребята, это сейчас плюсы, то, что мы сейчас тут находимся. Но все же в какой-то степени, да, это займет нормально так времени, и если нам повезет, то в следующей серии мы хотя бы сможем докачаться, ну, я не знаю, до какого. Если хорошо постараемся, то в следующей, потом еще в следующей серии хотя бы попытаться докачаться до 57-го, до 58-го уровня. Но это тоже, знаете, я еще расскажу, зависит, а будет ли спамиться босс или нет. Если он не будет спамиться, то тогда мы будем качаться на вот этих мелких засранцах. То есть, вы сами видите, да, то, что рандомный шанс спавна босса, да, то есть, вот только, когда мы его в этой серии первый раз убивали, то мы убили вот таких тварей мелких, ну, около штук, я не знаю, 6 или 7 мы их убили, да, и босс сразу же заспавился, а вот сейчас мы уже их пинаем штук 30, если даже не больше, и он еще не заспавился. Ну, то есть, это тоже рандом, ребята, в этом моде все рандом, можно и так сказать, в этом моде все рандом. Поэтому удивляться, если честно, даже нечем. Так, сейчас, дайте мы вот тут хотя бы так сделаем. Вот так. Все, нормально. Так, вот тут сейчас можно находиться, и все, и просто-напросто их пинать отсюда. Вот так, сейчас, давайте это еще вот сюда. Если он заспавится, то мы просто-напросто вылезем и построим столб, но столба у нас сейчас нету. То есть у нас нету ресурсов, чтобы его построить, у нас нету блоков. Поэтому сейчас мы, наверное, прекратим их убивать, и, наверное, на этом уже закончим серию. Да. Ай! Все, уходим, ушли, замечательно. Ребята, на этом мы будем заканчивать эту серию. Вы поняли наши планы, в следующей серии мы, наверное, будем его только пинать. И да, будем, сейчас, сколько там, у нас бронька уже кончается, то есть она уже в скором времени сломается, нужно будет новую делать. Так, тут ничего, вот сюда давайте еще пока что вот это поскладываем, потом, если что, заберем. Это вот сюда поставим монеты, где у нас монеты, вот тут у нас, замечательно. Ребята, всем спасибо за просмотр, если вы хотите больше летней авантюры, хоть каждый день, я еще расскажу, я специально буду делать для вас, но все, что я прошу взамен, это просто-напросто поставить лайк, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Если мы наберем 500 лайков на вот этой серии хоть прямо сейчас, то новая серия выйдет завтра, я, ребята, вам обещаю, новая серия выйдет завтра, и мы вернемся в нашу летнюю авантюру. И, в принципе, вы также мне поможете закончить этот сезон как можно быстрее, чтобы к концу лета мы его хотя бы уже попытались закончить. Также, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, я общаюсь со своими подписчиками, поэтому не стесняемся оставлять комментарии. Я не знаю, все, что вам угодно, вопрос, совет, какое-то пожелание, я постараюсь прочитать твой комментарий, ответить на него и также с тобой пообщаться. А если ты еще не подписан, то подписывайся на мой канал. Я буду тоже очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Поэтому не стесняйтесь подписываться. Ребята! Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!